Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на тесте Toyota Land Cruiser Prado 2016 года выпуска с абсолютно новым двигателем, с абсолютно новой трансмиссией, обо всем по порядку. Вообще, доступны здесь у нас три двигателя. Это 2.7, бензиновый, самый слабенький, 163 лошадки, как у нас 2.8, абсолютно новый дизель, 177 лошадок, и бензиновые 4 литра 282 лошадки. Кстати, по крутящему моменту у нас чемпион — это 450 ньютон-метров крутящего момента, даже у бензинового силового агрегата 387. Вот, то есть внедорожный потенциал у этого автомобиля неограниченный, действительно. И показать этот автомобиль в полной красе себя сможет именно на внедорожном каком-то полигоне. Так вот, это рядный четырехцилиндровый двигатель, 16-клапанный, с двумя распределительными валами он идет, 177 лошадок и 450 ньютон-метров крутящего момента. Очень тяговитый, с низов подхватывает, поэтому тяги тут вообще, то есть недостатка тяги не ощущаешь в принципе. Наша комплектация: люкс, 5 мест, дизель 2.8, стоимость 3 462 тысячи рублей. Самые стандартные комплектации начинаются 2 208 тысяч рублей, 2.7 бензин, 5-ступенчатая механика. И, соответственно, самая богатая комплектация — люкс, 7 мест, бензин 4 литра, 3 782 тысячи рублей. Какие самые, наверное, интересные системы, которые установили в этом автомобиле? Это электронная система распределения тормозных усилий, она идет уже стандартно. Система курсовой устойчивости, центральный дифференциал повышенного трения, торсон идет, принудительная блокировка центрального и межосевого дифференциала. И вот у нас самые интересные, наверное, системы — это антипробуксовочная система, активная антипробуксовочная система, система помощи при подъеме по склону и при спуске по склону, система помощи при езде по бездорожью, Crawl Control, система Multi-Terrain Select, система стабилизации прицепа, система, которая гасит колебания кузова, система стабилизации положения кузова, она называется, адаптивная подвеска, кстати, у нас пневматическая задняя подвеска, соответственно, система мониторинга слепых зон и система мониторинга давления в шинах. Вот так под завязку этот автомобиль напичкан электронными системами. У нас аудиосистема 9 динамиков, еще доступна премиум-система JBL с 14 динамиками. Вот, смотрите, такая у меня брошюра на этот автомобиль. Абсолютно новый турбодизель и абсолютно новая шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Что могу сказать по поводу аудиосистемы? Меломаны, конечно, будут рады, если они возьмут систему JBL 14 динамиков. Но, в принципе, вот эта система из 9 динамиков звучит тоже неплохо. Самое интересное нововведение – это двигатель. Теперь действительно вибраций стало меньше, притом намного меньше на холостых. Такое ощущение, что это бензиновый силовой агрегат уже не может не радовать. Тяга отличная. И расход топлива для такого среднеразмерного рамного внедорожника в принципе приемлемый с таким двигателем, учитывая, что здесь постоянный полный привод. Это уже неплохо. Вот сейчас мы начинаем тест-драйв. До этого были кадры, где этот автомобиль раскрывает свой внедорожный потенциал. Знаете, вот этот шестиступенчатый автомат, он стал более расторопным и сейчас перещелкивает все передачи как надо, за счет чего еще получаете экономию топлива неплохую. Конечно, такой огромный автомобиль для солидных людей, просто как яхта, наверное, спокойно так набирает плавную скорость. На бездорожье он просто как король, да? И когда вы уезжаете на
трассу, на шоссе, он радует вас комфортом бизнес-класса. Даже какие-то мелкие неровности, микропрофиль, асфальт этот автомобиль с удовольствием подвеска автомобиля проглатывает. Сейчас, наверное, можно перевести даже в режим комфорт. Прекрасно прям. Про двигатель, наверное, я думаю, все рассказал. Действительно, не зря они именно внедрили такой двигатель. Потому что до этого дизель, он, конечно, как трактор, просто тарахтит как трактор. Но, тем не менее, он очень надежный, ресурс огромный. Сейчас тут таких существенных изменений в интерьере, в экстерьере нет. Это в основном техническое подноготное это автомобиля. То есть они сделали ставку, опять-таки, на техническое усовершенствование. И, в принципе, японские инженеры этого легко добились. Двигатель, конечно, изумительный, учитывая, что это дизель. Конечно же, на высоких оборотах его слышно. Притом очень хорошо слышно. Сейчас вот мы попробуем пару раз ускориться, и вы поймете, что это дизель, это действительно дизель. Это, скажем, до 2000 оборотов его не слышно, а уже вот 2,5-3 там уже такой явный. Дизель себя выдает, в общем, после 2,5-3 тысяч оборотов, это точно. А следующий момент – автомат. Есть спортивный режим и ручное переключение, можно, в принципе, побаловаться. Вот. Но я думаю, что в режиме драйв он лучше, наверное, с этим справляется. Это обычный гидротрансформатор, сверхнадежный, неприхотливый. Своевременно менять масло и все, я думаю, в коробке передач. Каких-то существенных хлопот он вам не доставит. Давайте, наверное, плавно перейдем к подвеске этого автомобиля. Она и до этого была отличная, учитывая, что это внедорожник, да? Он немножко, конечно, валки на большой скорости, но это прощаешь, это внедорожник, опять-таки я повторюсь. Ну, давайте здесь попробуем сейчас притопить. Вот пошла тяга, да-да-да-да-да. Конечно, он не пуляет, вы не подумайте, то что это Land Cruiser Prado и какой-нибудь спортивный заряженный хэтчбэк смогут потягаться. Нет, он не пуляет даже со скоростью 60 км в час, да? Давайте попробуем со скоростью 50. Газ в пол. Давай! Вот. Нет, он не пуляет, ни в коем случае не пуляет. Такой плавный, уверенный разгон происходит, но не думайте, что он выстреливает. Высокий центр тяжести – это большой внедорожник, но тяга отличная идет. Подвеска, наверное, самое то. Во-первых, вы получаете комфорт бизнес-класса на трассе, как я уже говорил, и получаете просто незабываемые впечатления, когда вы где-то на внедорожном полигоне месите грязь, решили какими-то себя оффроуд приключениями побаловать, вот тогда это самое то, действительно самое то. Подвеска раскрывает вот именно весь потенциал, притом задняя еще у нас пневмоподвеска, можно отрегулировать уровень, да, система мультитрейн, селект, различные блокировки, межосевые, межколесные, можно опустить, приподнять автомобиль, раздатка, та же самая, понижайка, да, то есть все это в кубе, весь внедорожный потенциал, он всегда вас подначивает на какие-то внедорожные приключения. Потому что у вас же внедорожник как минимум. А так вот даже по трассе, когда едешь, просто как по волнам. Вас качает, качает, и вот даже кого-то может впоследствии укачать на этом автомобиле. Подвеска 5 из 5, двигатель тоже 5 из 5, и коробка 5 из 5. А управляемость. Большой внедорожник. Какая должна быть управляемость? Около нулевая зона, естественно, она размытая. Но ни в коем случае не приходится на большой скорости ловить этот автомобиль. Здесь установлен гидроусилитель руля.
Вот. Я думаю, возможно, скоро инженеры уже поставят электроусилитель рубля с каким-то переменным усилием, и тогда ситуация в корне изменится. Управляемость, в принципе, на уровне внедорожника отличная. Что-то говорить минусы управляемости я, наверное, не берусь. А следующий момент – это шумоизоляция. Здесь действительно постарались японские инженеры, добавили шумопоглощающие маты, шумоизоляция потолка, шумоизоляция дверных катов, она стала намного лучше теперь. И, безусловно, меня порадовало прекрасное звучание аудиосистемы. Сейчас, кстати, которую я вам продемонстрирую. В нашем случае это только 9 динамиков. Следующий момент – это высокая посадка. Безусловно, капитанская высокая посадка, высоко сижу, далеко гляжу. Огромная просто зона остекления, здесь потрясающая обзорность, огромные зеркала лопухи с подогревом, есть электропривод складывания. В этом автомобиле в плане комфорта оснащение просто великолепное. Кому не хватает Prado, они могут присматриваться к такому же автомобилю Lexus GX. Вот. GX это в принципе все то же самое, но более с премиальными нотками, и по цене вы немножко, конечно, будете переплачивать за комфорт, за роскошь, за дополнительный автомобиль, как говорится. А это такой простой трудяга, работяга, который никогда не подведет ни при каких условиях. И безусловно, он в первую очередь, наверное, дарит вам кучу положительных эмоций от управления, потому что невозможно просто не радоваться, когда ты передвигаешься на этом автомобиле. И я считаю, даже какая-то долгая дорога в 1000-1500 километров, она не утомит вас, особенно на этом автомобиле. Не хватает, наверное, лошадок. С крутящим моментом все идеально. Лошадок бы побольше, конечно, еще. Поехали, друг мой. Что ж ты так долго стоишь-то? Хотя бы, наверное, 250 лошадок, если бы здесь было 260. И крутящий момент не 450 ньютон-метров, а хотя бы 560-570. Вот тогда да. Но это уже будет Lexus GX, наверное. Очень комфортный автомобиль во всех отношениях. Thank you.
происходит ускорение. Давайте попробуем. Вот я сейчас не могу сказать, стоят ли там камеры. Все-таки не буду, наверное, превышать скоростной режим, так как нет антирадара. Не могу сказать, установлены там камеры или нет. Так что будем передвигаться пока в таком режиме. Сейчас, наверное, проверим динамику этого автомобиля. Ускорение до 100. Хотя, конечно, для него это не самая основополагающая дисциплина, в которой он должен себя показать, но, тем не менее, мне очень интересно, как он ускоряется. Система стабилизации для кузова просто великолепная вещь, придуманная Эйнштейнами из Тойоты. Действительно, хорошая система. Давайте здесь попробуем ускориться. Потом, наверное, еще проедем вот в ту сторону. Так, сейчас пропустим автомобиль и попробуем сделать такое ускорение. Вы знаете, к этому автомобилю быстро привыкаешь. Вот буквально сейчас я уже полчаса за рулем этого автомобиля. Действительно, габариты чувствуешь очень хорошо, и 4 камеры кругового обзора способствуют этому. Датчики парковки, естественно, имеются. Так, смотрите, режим драйв. Все, поехали. Газ в пол. Вот так даже. Ох ты, сейчас уже 100 будет у нас. Почти, да. О, да-да-да. 100 едем, и такое ощущение, что где-то 120-130. Конечно, разгон дается не так уж и быстро этому внедорожнику. Но, тем не менее, он набирает скорость очень даже охотно. Так, сейчас давайте заедем с вами вот сюда. Вот его стихия, это куда-то выехать на охоту, на рыбалку, в лес, что-то поштурмовать, включить все блокировки. Вот его стихия. Да, здорово, все-таки здорово, как он справляется. Так, вот даже здесь, смотрите, такая небольшая колея, пожалуйста, он спокойно просто гребет и гребет. Меня радует. Отлично просто. Ай, Прада. Так, сейчас мы с тобой здесь развернемся. Камеры по периметру установлены. Это, безусловно, подспорье на внедорожье. Притом активная здесь, активная разметка идет. Надеюсь, вам сейчас это видно. Активная разметка. Вот активация. Кстати, где у нас кнопочка на руле? Активация камер, это не различные конфигурации, здесь есть автоматический режим, нужно убрать разметку. Вот так, мы убираемся из этого снежного плена, легко и непринужденно. Тяга, конечно, вот этот крутящий момент, просто потрясающие вещи делает с автомобилем. Вот как здесь нас немного трясет. Трясет, конечно. Клевки, конечно, ощущаешь. Не без этого, безусловно, клевки присутствуют. Но если вы грамотно умеете дозировать усилия на педали тормоза, этого не происходит. Так, вот здесь, я думаю, мы сможем проехать или нет. Вот смотрите, здесь проезжал трактор. Да. Давайте попробуем. Прям самому стало очень интересно, проедет ли здесь наш Прада. Вот даже как-то страшно становится, проедет, нет? Я думаю, что прогребет. Давай. Прям интересно так. Давай, Прада, давай. Трактор проехал, и Прада проедет. Так, все, встали немножко. А теперь, я думаю, нужно включить. Так, нейтралка.
На пониженную. Так, теперь как? Так, даже на пониженной не хочет. Хорошо. Сдаем назад. Тут у нас вот угол поворота колес указан. Да, все-таки очень рыхлый снег. Его здесь нужно штурмовать. Так, с понижайки мы сейчас уберем это дело все. Его нужно штурмовать, наверное. Сейчас посажу Прадо. Вот так. Давай. Вышел. Молодец. Прям без понижаек, без ничего. С таким штурмом я взял это бездорожье. Здорово. Класс просто. Молодец, Прадо. Продолжаем тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado 2016 года выпуска. Славненько мы пообедали. Сейчас выезжаем. За время тест-драйва что мне понравилось? Это проходимость у этого автомобиля, высокая посадка, клиренс, безусловно, дорожный просвет здесь. Шикарно, можно парковать этот автомобиль просто где угодно. Расторопность шестиступенчатого нового автомата. Кстати, поправка. Аудиосистема-то здесь GBL стоит. 14 динамиков, а не 9, как я вам говорил. Прошу прощения. Такая досадная ошибка, потому что вот здесь GBL написано. Сейчас давайте еще раз включим систему. Вот так она звучит, такая веселая песенка, веселый трек. Хотя, знаете, такой небольшой эргономический просчет, который я заметил, это непосредственно блок управления стеклоподъемниками немножко неудобно расположен. И еще вот блокировка стекол, центральный замок. И они еще под таким углом, кстати, находятся, поэтому не очень удобно тянуться. Так, в принципе, все необходимые органы управления продублированы на рулевом колесе. Уже не может не радовать. Мультифункциональный руль. Такая приборная панель, центральная консоль. Все очень интересно смотрится. Салон для этого внедорожника достаточно практичный, комфортный, уютный, как минимум. Даже не трясет, вы знаете, такая небольшая раскачка. Безусловно, меня порадовала плавность хода этого внедорожника. Буквально немного нужно, наверное, очень тщательно дозировать на
педаль газа, нажатие, и все просто замечательно происходит. И еще, кстати, заметил, что ход электрорегулировки для руля по высоте и по вылету просто огромный, поэтому человек любой комплекции подстроит под себя. Все просто замечательно, я считаю, все очень быстро подстроит. И регулировка, именно диапазон регулировок у сидений огромный. Есть поясничный подпор, это незаменимая вещь, особенно в дальних путешествиях, чтобы спина как минимум не затекала. Руль очень быстро нагревается, вот здесь установлен подогрев руля. Вы знаете, в некоторых комплектациях, даже не в некоторых комплектациях, а у Lexus GX, у Lexus LX, насколько я помню, греется даже вот эта деревянная вставка на руле. А здесь вот только вставки, которые кожаные, они очень быстро нагреваются. Этому автомобилю. Как же здорово провести тест-драйв Land Cruiser Prado 2016 года выпуска. Наверное, он даже немного превзошел мои ожидания относительно управляемости, комфорта, роскоши и даже динамики в некоторой степени. Поэтому я всем рекомендую этот автомобиль, кто сейчас рассматривает покупку этого автомобиля, либо сравнивает этот автомобиль с чем-то. Безусловно, нужно сначала прийти к официальному дилеру, записаться на тест-драйв, прокатиться и уже тогда принимать решение. Но поверьте, этот автомобиль не разочарует в любом случае. После покупки будут только яркие положительные эмоции, которые благотворно будут на вас влиять в любом случае. Это, наверное, каждодневная радость и понимание того, что это не просто автомобиль, а это действительно очень надежный, крепкий, рамный японский внедорожник, который не подведет, не спасует на бездорожье. Прекрасно просто он вас обволакивает комфортом бизнес-класса на трассе, на дороге вообще, напрямой. Да, слегка присутствуют раскачки, но это ни в коем случае не нарушает вашу зону комфорта, когда вы находитесь в этом автомобиле. Также мне понравились цепкие тормоза. Приятно дозировать усилия. Настройки рулевого управления. Здесь установлен, как я уже упоминал, гидроусилитель руля. В целом, только положительные впечатления. И всегда, я всегда это говорю, что плюсы в этом случае перевешивают все минусы. И те сомнения, которые вы испытывали до покупки, после покупки, просто развеиваются на ура. Вы понимаете, что вы сделали правильный выбор, и этот выбор, он, наверное, продиктован какими-то вашими уже внутренними предпосылками. Поэтому даже не сомневайтесь, автомобиль отличный. Всем огромное спасибо за поддержку. Я думаю, мы увидимся с вами в следующем тест-драйве. Всем пока, всем удачи!